С проблемами Мангыстауской области ознакомились народные избранники. В регионе прибыла делегация из представителей министерства и депутатов Мажилиса парламента. В рамках выездного совещания Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса парламента страны они посетили территорию хвостохранилища Кошкар-Ата, ботанического сада, опреснительного завода Каспий, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 Мангыстауского атомно-энергетического комбината и озера Караколь. Очень ознакомились с проблемами экологии, энергетики, водообеспечения, озеленения и другими не менее важными вопросами. Главная цель – найти пути их решения, отметили народные избранники. Там мы должны выяснить, какие есть проблемы, чтобы внести изменения в законодательство. Может быть, где-то есть пробелы в законодательстве. Этот вопрос. И вопрос бюджетного финансирования. Когда делается проект и его нормально не финансируют, проект затягивается, идет удорожание проекта. И вовремя мы не можем запустить те объекты, которые мы запланировали. Поэтому мы, когда выезжаем в регионы, выясняем всю эту ситуацию, где надо помочь по законодательству, мы помогаем, вносим изменения, правила, подзаконные акты вместе с министерствами.